Пошлите посмотрим. Мармока, страха нет. Father Day. Что за папий день? Ой, папий день. Я сказала папий день. Папий день. Просто она продублировалась как-то случайно. Короче, поехали. Поехали, поехали, поехали. Привет, друзья, и несколько ублюдков. Интересно. Поехали. Я понял, тебе не нравится слово «привет, народ». Да, тебе вот не нравится, кстати, эта фраза. Но я не хочу говорить «друзья». Я же их не знаю. Может, у меня у**ок смотрит какой-то. Я не хочу его другом называть, типа. Ну, это имеет смысл. А какое примерно процентное соотношение у**ков, по-твоему? Ну, там, типа, ну, один он или их в несколько? Ну, одного я точно знаю. Скажи здорово, друзья, и несколько у**ков тогда, типа. Чтобы уточнение было точное. Отлично, начинай. У нас сегодня хоррор. Аркаша мне будет помогать бояться в меру, не прям со всей силы, потому что я могу кончиться. У нас сегодня вебка, потому что, ну, камон, хоррор. Пора бы уже давно подрубать вебку к таким форматам, потому что вы можете полный спектр эмоциональных всплесков словить. Всплескас, вискас, вискас. Зачем ты это сделал? Все было нормально. Прямо не вернулись сначала. Да неправильно. Не, не будет сначала, не будет сначала, не будет. Назад время не вернуть. Да. Все. Все. Я бы, конечно, вернул эти 15 минут. 15 минут пытались записать начало. Нормально. Будете наслаждаться тем, как мы боимся, как мы страдаем. Игра у нас сегодня, значит, Father Day. Братец. Как правильно произносится название? Все, что я знаю про эту игру, я даже не видел ни трейлеров, ни скриншотов. Кстати, я ее очень быстро бегло купил в Стиме. Она очень быстро скачалась, установилась. Что это приквел игры Find Yourself. Она также есть на канале, можете ее найти. Она была где-то, по-моему, в августе, мы не чекали недавно, где-то в августе она была. Значит, начинаем. Реакции людей, типа, больше погружения, не только голос, но еще и как-то визуал. Что заставляет людей возвращаться в прошлое? Почему они не могут его отпустить и жить дальше? Потому что, возможно, раньше было лучше, знаете ли. Вопрос риторический. Риторически согласен. Надо отвечать на него совершенно. Слушай, я пытаюсь быть интерактивным со своей аудиторией. Родительский дом. Скажи еще раз слово интерактивный. Интерактивный. Поход на городскую ярмарку с ребенком — это теплые воспоминания. Ну, то про то, что я сказал. Но только если... Слушай, не согласен. Пришел с одним. Ушел с... Не надо копать дальше в это направление. Что ты пьешь такое вкусное? Кокотина. Кокотина. И тут, кстати, кровью в раковине кто-то пытался выдернуть заусенец. Зеркало прикольное. Вот зеркало прям алюминиевый, качественный. Алюминий. Его просто перевернули. Я не могу диагностировать их. А вот она себя кровавлена. Что, по-твоему, здесь произошло? Как будто у кого-то анус сломался. Я знаю, знаю, знаю. Кто-то брился первый раз. После мексиканской еды. Почему штаны в крови? А, это штаны? Думал, просто для... Звонит звонок. Это дети после ярмарки. Мальчик просто играет со звуком. Ну, очень тупой мальчик, потому что обычно звонят в закрытые двери и убегают, пока их не увидели. А этот просто в открытую. Реально звонят, типа, и убегают. Начал звонить. Он мальчик. Ну, это сосед. Я же... Он же в эту сторону побежал. Ну, это же сосед, получается. Все. Под эту дверь буду какать следующую неделю. Я расслаблен пока что. Ну, как в любом хорроре в начале хоррора. Нет времени отвлекаться, нужно продолжать работать над проектом. Над каким? Мы пишем книгу. Тут много книг. Боже, ух ты, у меня барашки что-то были. Ого. Мы какой-то ученый. Нужно включить его. Во! Ень, во! Вот это у меня так же было с гирляндой. Я ее включаю, но вот так вот только тут загорелось, а у меня только ногти спалились. И гирлянда, и все взорвалось, и короче. Ладно, зайдем. Давай. Ну это прошлое, да? Ты же понимаешь? Мы в прошлом. Уже? Да? Так легко. А, ну вот сейчас теперь, да, хоть что-то произошло, теперь я понимаю, что... Я испугалась.
Да в смысле? В смысле? Как поднять-то? Что-то поменялось, да? А дверь-то заперта. Нужно куда-то ликвидироваться отсюда еще раз. Ага, меня шибануло током. Это что? И кто-то надо мной угорает. Хорошо, это типа мы телепортировались в какое-то то ли прошлое, то ли параллельную вселенную. Ты перестань. Почему заперто? Я хозяин дома, я хочу решить эту проблемку. Почему заперто? Это Путин? А нет, это женщина. Это была моя шутка. Это была моя шутка. Я так подумал, я не пытался пошутить. Открылась дверь. Я же говорю, что-то с дверью. Надо вызвать мастера. Реально. Квартира номер... Ты понял? Ты понял? Мы в Зазеркалье. Да. А, я думала 11-е. Я такая, о, неужели шутка про 11 сентября? А нет, про Зазеркалье. Слишком тупой для шуток. Вот что узнать. Я правильно понимаю? Тикси! Я правильно понимаю, что ты вырезаешь все маты, да? Которые я буду говорить? Да, блядь. Я понял. Потому что YouTube грёбаный говнюк. Монетка, монетка была. Грёбаный говнюк. Ах, скотина этот YouTube. Меня зовут Кира Йошикаги. Я не помню полный текст, но помню, что он делает перед сном зарядку 20 минут. И после этого высыпается 8 часов. Стоп, я хочу обратиться вообще к этой игре. Она меня сможет нормально напугать по-человечески мощным? Да, хорошо. У меня полпервого ночи. Я требую! Требую! А Welcome было не отражено. Он забыл ставить скримеры просто в эту игру. Они должны были быть, но он забыл. Я понял. Он выпустит DLC со скримерами. Со всеми сразу. Понял. Как-то... О, боже. Я как-то, короче, в общежитии, когда жила, прихожу к подружке ночевать. И, короче, открываю дверь... просто наступаю за порог, и, короче, целый ковер тараканов вот так вот передо мной разбегается. Это было ужасно. Это самое худшее мое воспоминание, одно из самых худших, наверное, воспоминаний, кроме того, когда ко мне прикопали, что я мою рис в чьей-то раковине. Когда там как бы кухня, 4 общие раковины, ко мне прикопали, что я в чьей-то раковине мою рис. Комната со всеми скримерами. Это щенята! Креветки! Не родившиеся! Крысы. Ну, это мерзко! Я представил, как я это ем без мазика. Шкатулка. Да, а в шкатулке ручка. А в ручке ножка. И мы включаем портал, и мы возвращаемся. Заходи, и все. Это что, Friend Ball? Блин, мы профукали единственный скример. Это что, Friend Ball? Боже. Ты видел? Да, успел понять. Вау, смотри, прикол, да? Хоррор. В той игре такая же была срань, да? Да-да-да, вот это страшно. Блокхэд на лестнице? Ай-яй-яй. Я вебку поставил, думал, бояться будут, думал, мне страшно будет. Всему запишу то, как... время тебя ничего не пыталось еще напугать, дубина! Смотри, и там кукла. О. И там кукла. Везде кукла. Манекенов все больше. А, там тварь была за манекенами. Прикинь, ты успел заметить? А, я думала, просто голову снесло ей. Да, что? Слушай, не могу понять. Тележки воруют. О, живой человек, наконец-то. А это из-за Фореста, похоже. За какой ты идешь к нему на колени? Это было стрёмно, как минимум это вот складывание. Я так понимаю, людей реально пугает, когда... конечности других изгибаются в сторону, как бы неестественно. Это вот очень пугает, потому что это типа такой, о нет, так же не должно быть, и ты испытываешь ужас на подсознательном уровне, как я понимаю. Ожидал? Гондон! Да не, просто в поясницу прихватило. Да, я понял. Так, у нас теперь камера есть. Начнем теперь у нас есть Outlast. Да, кстати, это хорошо подмечено, это прямо Outlast, и я... Почему я... Это так приятно. Дурак, люди с эпилепсией вышли из чата. Просто с пеной у Артача. Нам надо покопаться в говне. Это то, что мне... На перчаточки! Извините. Это
было. Мы сейчас там будем перчатки искать. Я такая, типа, а зачем нам перчатки? Мы же... Чё? Не те, господа. Какой мне эстет, нужны, да? Перчатки. Я слишком проверяю. Ты бы без перчаток бы залез. Я бы без языком, рук залез. Ртом бы достал. Смотри, можно было... Что еще? Окно. Да, нужно кого-то проникнуть. В доме искать перчатки. Да, мы сейчас в доме будем искать... Плачь, ну какая мадама. Это был пассивный испуг. Я предполагаю... Плачь, и надеюсь, что она просто исчезнет. Что, звуки слева еще какие-то... Давай, собирайся. Нет. Фу. Я не испугалась. Я не планировал здесь пугаться. Спасибо. Будь здоров. Я просто, знаете, вся напряглась, чтобы не было возможности. Записка еще одна. А, это было жарить. Это попкорн. Это что-то... Нет. Это письмо, которое я отправил. Эми, это цукерсик. Я так и знал. О, перчатка. Еще белыми перчатками. Пойдем в унитаз. Белыми? Это уличный сортир, это не унитаз. Ух ты, это мы зажигалка или просто... Оригинальная дверь. Перегаром. Это свеча довольно кто-то креативная. Кто-то очень красиво какает фигурно. Ты скример пропустил? Нет, лютоволк какой-то пробежал. Какое-то существо огромное где-то пробежало. Лютоволк. Где-то. Мне кажется, что здесь это что, ожидает... колесо обозрения или что это? Дешевый скример, собственно, вот что меня ожидает. Пошли копаться. Раз, в говне. Два. Да, прямо там, в унитазе. Прямо здесь. Да темно. Отодели перчатки. Это я съел что-то? Это бреванули. Я не знаю. Стал ключ-картом. Оригинальное место. Видимо, кто-то ее сначала съел. Я думаю, кто-то обронил просто пока коколь. Либо съел ее. Да, я тоже. Перегородили очень непреодолимым препятствием нам путь. О, господи, как же быть? Я умру здесь с голоду, но не смогу уйти отсюда. Эти стулья плавятся от дождя. Что, я испугался того, что ты испугался? Чего ты испугался? Описываю скримера. Какие-то ноги ушли просто. Просто они некрасивые были ноги. Мне не нравятся некрасивые ноги. Извините те, у кого некрасивые ноги. Я своих ног тоже так пугаюсь, поэтому... А как понять? Как понять, что ноги красивые? Я купаюсь, глядя в потолок. Один раз я ехал в маршрутке и видел мужчину, у которого на пятках был разрез. Это была трещина, но по факту там могла бы жить небольшая семья. Господи, это страшно всегда такое. Я это ужасно. Это же больно. Это больно или не больно? Я не знаю, больно им или нет, но они просто носят сандали, как будто хотят, чтобы все посмотрели на это. Офигеть. Если бы у меня такое было, я бы что-то с этим делал. Я бы там что-то хранил. Ну, это лечится, если... Ключ-карту. Да, по крайней мере, так она не упадет в унитаз. Я бы, когда я дома, и перед телеком, я бы туда, например, что-то положил. Планшет бы туда засунул край. Отлично, да? Или телефон, подставка для телефона. Да, нормальная тема. Так, мы на улицу опять. Мы опять в этом странном месте, рядом с парком аттракционов. Кстати, Little Nightmares. Очень-очень много женщин. Это кочерга. Очень много женщин. Да, офигеть. Она вообще... А это что, смотри, они как будто какие-то странные. Я знал, что там кто-то будет. А кто это был, ты понял? Я не понял. Какой-то страшный кто-то. Фил. Мы Фил? Я запутался. Вроде Фил наш сын. А мы Джонатан. Фил. Теперь мы Фил, мы маленький. Подожди, Фил это клоун. Мы маленькие, у нас нету света. Фил смеется. Ты меня грузишь. Ну там написали Фил смеется. Хорошо, тогда Фил клоун, допустим. Так уж и быть. Фил, о, мальчик. Это мы! Мы клоун! Мы сейчас будем у них... Типа, мне так нравится это озарение, типа... Играть за клоуна! Мы поменялись местами. Он не особо разговорчив. Он не заинтересован. Нужно дать ему шоколадку. Нужно показать он ему... на празднике с папой. А, у меня флешбеки от Сосиджа! Тихо, тихо, никакого зонтика тут не будет. Зонтиков и прочего. Тихо. Ну, а где он? Это мы клоун! Где наши кики?
Мы клоун, да. А где наш теперь нынешний новый сын? Мы будем есть пиццу, нет? За клоуна нас уж точно ничто не испугает, не потому что мы сами пугаем. Потому что мы сами... Мерзкость. О, он сломан. Ну, ребенок как будто его положили, он сломан как будто. Блин, это очень с подтекстом все выглядит, если честно. А теперь я пойду спать. А куда? Я не хочу думать. Подожди. А теперь я пойду спать. Это что, это приправа или это черви? Там тоже. Это, наверное, все-таки приправа, да? Спать, а куда? Я не хочу думать. Я не хочу предлагать версии свои. Наверное, на диван. Наше спальное место вроде бы занято. Надеюсь. Ребенком. Все-таки на диван. Все-таки на диван. Не будем мешать ребенку в шортиках. Можем не получать так много фонариков на каждый сантиметр? Каждый раз мы знакомимся. О, это здорово. Тот самый дом! Да, реально мы там. Первый этаж. Мы по первому этажу в прошлый раз не особо прогулялись, по-моему, да? Пора брить очко. Завтра будильник или что? Нет, нет, я просто случайно вспомнил. О, нормальная еда. Кухня такая большая, ну конечно нормальная жизнь. А, там кто-то ходит на втором этаже. О! Мальчик. О-о-о. Там еще тетенька. Я помню эту женщину. Вот она меня напугала качественно в первой игре Find Yourself. Я это помню. Вот вернись, пожалуйста. Тебя не хватает в этой части. Сральник, кладовка. Ну, в принципе, на сральник тоже похоже. Похоже очень сильно. Это кладовка в душе сральник. Думал, что будет что-то странное. Я лучше выйду на улицу, мне кажется. Не на улицу, можно. Подышать. Слишком много замков, слишком много то, чего надо открыть, слишком непонятно, чем это все открывать. Слишком... О! А просто Случайно. Типа, оно же буквально на уровень где-то пояса, нет? Я же нашел. Но опять в лес, опять какие-то манекены будут. Манекены. Да манекены меня меньше всего беспокоят. Да, но между ними... Собака. Собака это тоже страшно, кстати. Между ними бывают не манекены. А, точно! У нее был красный бантик, так, по-моему. Так о чем ты там говорил? Ладно, это все равно так себе. Ну я крикнул. Лучше, чем ничего. Ну да. Ну я кайфанул. Красивая тележка, картинка. Вздохнул. Хочется новые способы боязни какие-то вот здесь. Например, чтобы кто-то преследовал, я пытался от него бежать, и это вот было, выглядело очень страшно. Ну да, жутенько это. О, ух ты, в этой игре можно бегать! В этой игре можно бегать? Да. Ого. А что это? Я не знаю. Это нам надо. А нахрена ты спиздил? Это блестело. Охренеть, просто клептоман. Sorry. Ой, простите, пожалуйста. Ай. Дорога. Вот, вот, фоткай. Но я... Фоткай. Я не взял болтарь. Да сфоткаю. В песню вспомнил очень старую, как эта женщина. Смотри, два скримера рядышком, они тусуются. Извини, я не хотел. Я выпил тебя. Не ожидал такого бума, понимаешь? Я тоже. Было резко довольно. Как это... Как это? Фантомный осёпот. Когда хотел вспомнить, что ты молодой, и затанцевал тектоник. Свет горит. Так он и горел. А, извини, я так испугался. Да, ты тут со мной, если что, уже несколько часов. Ты мог бы уже запомнить, что здесь горел свет. Так, я оставлю тебя сейчас ровно на 2 минуты и пойду пасу. Надеюсь, ничего не будет. Да, я решу эту задачу за эти 2 минуты. Я надеюсь, да. Я на тебя рассчитываю. Если я приду, и ты будешь сидеть. Мне страшно, оставляй меня одну. Мне нужно в сортир. Не, Вась, я пойду пасу. Не могу, все-таки не могу. Очень надо. Ну я сам, я возьму себя в руки, иди. Никакой паузы, я не прощу. Звуки по-другому звучат. Мне так страшнее. Когда-нибудь в будущем, когда я соберусь силёнками, я сделаю прохождение хоррора в одиночку. Мне кажется, некоторым такой формат даже больше понравится. Эта женщина до сих пор на улице стоит, она просто стоит и смотрит, и думает, вот ты дебил, конечно, такие легкие задачки не можешь решить. А я сейчас возьму, и пока вернется Аркаша с сортира, я решу. Ладно, на самом деле, я сейчас просто... О! Я сказал!
Я, то есть, я пришел ровно я под твое сказал, решение? Я сказал, что я решу. Охренеть, вот это да. Слушай, я тут побыл наедине немножко целую вечность, и как будто бы игра ощущается по-другому. Я начинаю вглядываться в темноту по-другому, вслушиваться. Мне надо обязательно сделать хоррор-прохождение в одиночку. Это также с вебкой, я думаю. Вот там вот страшно будет. Это будет жутко, наверное. Да и так вполне достаточно местами. Местами не очень, местами немножко страшно. Я говорил, что я соскучился по этой женщине из Find Yourself, потому что она пугала. Пугала по-другому. Такая милая. Качественная, да. Качественный продукт. Привет, дорогие друзья, и несколько ублюдков. Бармок не говорит, но говорит. Спасибо за просмотр и за ваши лайки. Ой, ты лайк не поставил, я, получается, тебя уже за это поблагодарил. Как-то все не так получилось. На этом все. Гребаный Мармок Босс прощается с вами. Жду ваши оригинальные комментарии для рамок. Пока. Марина Аркаша в Teardown. А это как дети в песочнике без присмотра родителей. Каждый из нас, находя какой-нибудь баг в игре, ощущает себя технодемкой Мармока. Я, конечно, знал, что ютуберы все меньше и меньше матерятся, но чтобы Мармок начал хоть что-то запикивать, чью мир схлопнется быстрее, чем я попаду на стену. Я надеюсь, после этого не будет... Нажми эту кнопку, если тебе... Как... О, блин, запустилось видео, смотрите, как нажала. А, еще моменты будут, еще моменты будут. Понял? Я прямо сейчас ложусь. Погоди, что-то происходит. Слышу плач, вижу текст. Тела детей. Я вижу пару... Если сейчас же, меня не напугает. Резкий скример. Не успел ты говорить. Да. Ну, кстати, скримеров было не так страшно бояться в этом видосе, не знаю, прям почему-то не пугали. Может, потому что у меня уже мозг как бы хочет кушать, и такой, мне ничего не страшно, только накорми меня. О боже, эта хрень выскочила на меня. А, она съедобна? С кетчупом пойдет. Под острым соусом схаваем.